Грета, это ты? Милая Грета, подай водицу. Обмотай лицо платком, Тавье. Еще один хвой. Помогите, святая сестра. Как же больно. Бедный Милп. Ему нужна вода из сокрытого родника, хотя, боюсь, она уже не поможет. Сыпь, кровавый кашель, горячка. Когда видишь, что эта хворь делает с людьми. Еще один хворый. Этих тварей не берет. Глядите в оба! Сколько же их тут? Сколько же их тут? Глядите в оба! И родник мутнеет? Или это у меня в глазах от жара? Я думал, вы ушли далеко вперед, искатель. Даже переживал, нагоню ли. Я неспроста забежал. Книга знака и сестра. Thank you.
Темные времена настали. И родник мутнеет. Или это у меня в глазах от жара? Но язва, сука, люди говорят, что хворь пришла с севера. Но не могла же фитронийская язва появиться сама собой. Кто-то принес ее в эти земли. Не убирайте оружие, искатель. Нас ждет опасная дорога. Темные времена настали. Темные времена настали. На дорогах не чапа. Еще хуже. Разве ж спасут от них старые? Слышно с юга. Уроды и уродцы. А старик Алфер их абоминат. Что-то руной-то держится. Будем держаться. А я, можно сказать, счастливчик. Главное, духом... Если выступит язва, приложи к ней болотную лязку. Скоро дым костров затмит небо. Все еще хуже, чем я предполагал. Солдаты не успевают сжигать трупы, а больных все больше, с каждым часом. Капитан Киллиан говорит, все началось с дозорного Эммета. Он патрулировал восточные пустоши, а когда вернулся... Ряска. Нужно отступать на юг, Ипоторговца. Вот самое, что ни на есть верное средство. Держись от меня подальше. Уроды и уродцы. А старик Алфер их абоминациями кличет. Что это? Гнить заживо. Я, можно сказать, счастливчик. Если выступит язва... Я отправлюсь в восточные пустоши, искатель. Один. Для вас это слишком... Все трупы сжечь. Держись от меня подальше.
Тебя капитан Киллиан прислал. Сдохните, ублюдки! Ну, а я-то мечтал помереть в борделе. Эх, не видать мне жопастенькой мод. Нужно отступать на юг. Они ведь совсем мальчишки. Их слишком много. Ты не справишься в одиночку. Беги, пока не поздно. Чтоб тебя. Как подойдут к бочкам, взрывай их к чертовой матери. Yeah.
Самый настоящий демон, а не мелкая фетронийская шваль. Я уж точно не жилец. Доложи капитану. Передай ребятам. Пусть сожгут здесь все. Райан ушел в закат. Так у нас на перевале принято. Все трупы с капрала Райана представлю к награде посмертно. Он погиб не зря. Не все, конечно, но кое-кто из новобранцев спасся. Делберт только-только развел их по палаткам. Будем обучать в бою.